И всем привет, дорогие друзья! С вами канал StarCat. Если вы кликнули на это видео, то значит, вы думаете, знаете, что же сегодня у нас праздник? Думаю, вы все знаете, да? Вы должны это знать, вы просто должны это знать. Я думаю, они прекрасно все знают, раз они по названию все. Да, вы знаете, вы точно знаете, вы просто обязаны это знать. Точно, Кэтрин, сегодня у нас юбилей в день... Господи, боже мой. В честь 20 подписчиков на нашем канале, о господи! Итак, дорогие старики, у нас юбилей, 20 подписчиков, это же просто круто! Да, ребята, у нас юбилей сегодня, и простите, что не сняли это видео раньше, так как у нас были проблемы с редактором. Да, ребят, я больше не буду никаких отмазок, редакторы, памяти и бла-бла-бла на то подобное. Простите еще раз, просто простите, пожалуйста. Простите нас, пожалуйста. Да, ребята, в честь этого замечательного юбилея я бы хотела устроить... фортуну на моем канале, то есть я уже продумала все шаги фортуны, я ни у кого не буду воровать вот эти идеи для фортун, я буду делать свою фортуну, ну то есть вы знаете, что смысл один и тот же. Да, и давайте же мы сейчас вам подробно расскажем про нашу фортуну, но прежде чем, история рождения канала, да, этот маленький цветочек, как наш канал, распустился совсем недавно. Раньше, когда у нас был только один подписчик на канале, он еще совсем ничего не мог делать. Канал был просто пустой, один подписчик, но мы ждали и верили, что все будет очень хорошо, что наш канал и этот цветочек когда-нибудь, рано или поздно, распустится и покажет солнышку свои прекрасные лепесточки. Его стебель потянется вверх, к небу, и улыбнется солнышку и скажет: «Привет! Привет!» Ну вот, нежданно-негаданно, солнышко подействовало на наш канал. И наши старики, наших стариков стало больше. И внезапно этот цветочек начал распускаться. Он стал распускаться поближе к солнышку. Привет, солнышко! Привет! Прошло не так много времени, но наш канал и этот цветочек стали все больше и больше распускаться на глазах. И, наконец, цветочек достиг до самого верха. Так же, как и наш канал. Он распустил свои великолепные розовые крылья и полетел поближе к солнцу. И вот наш канал достиг уже многих высот, хотя для некоторых это совершенно немного. Наш канал достигнет еще больших высот. С вами, дорогие наши звездочки. С вами, дорогие звездочки. Вот такая вот, дорогие наши звездочки, история рождения нашего канала, а также процветания. Это точно! Кстати, автор Эрика придумала все она сама, а меня только подговорили, чтобы рассказывать это. Не правда ли, Эрика? Кэтрин, ты бы заткнулась, а? У нас сейчас юбилей, мы должны уже объявлять фортуну по нашему сценарию, помнишь? Да помню, я помню.
Ну, а теперь Фортуна. Да, Фортуна самая интересная часть этого видео. Да уж, это точно. Итак, дорогие друзья, Фортуна, Фортуна, Фортуна. Я вообще просто... Дорогие друзья, еще раз хочу сказать вам спасибо за то, что вы есть. Спасибо за то, что подписаны на мой канал. Спасибо за то, что ставите лайки. Спасибо, что хотя бы изредка радуете меня своими замечательными комментариями. Спасибо за то, что вы цените то, что я делаю. Спасибо за то, что вообще смотрите мои видео. Спасибо за то, что уделяете мне какое-то время. А также спасибо вам большое, что как-то вообще поддерживаете меня. Что пишете такие хорошие комментарии. Не пишите комментарии, фу, мне не понравилось. Спасибо за то, что пишете это. Мне это очень даже играет большую роль на душу, потому что это очень приятно и мотивирует меня на новые видео. Да. Спасибо за то, что понимаете мою проблему, как я снимаю и почему я так снимаю. Спасибо за то, что не упрекаете меня за не очень хорошее качество видео. Спасибо, что вы вообще цените меня такой, какая я есть. И не упрекаете меня за то, что у меня не совсем хорошее качество видео. Спасибо за это. Спасибо, друзья. И те, кому хоть как-то нравится мой канал и хотите поддержать меня в моих начинаниях, и даже продолжение. Ага, 20 подписчиков. Ну и что, это все равно много. Для нас это все равно очень много. Так вот, если вы хотите поддержать меня, то тогда добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте. Я принимаю всех и каждого. Даже если не хотите добавляться, то пишите мне в личных сообщениях. Там, я смотрю твой канал. Там, добавьте мне, например, новые видео. То есть идеи для видео каких-нибудь. Для сериалов просто идеи для видео, если вам так хочется. То просто говорите мне мнение, говорите критику. Не то, что я сказала плохое качество, а какую-нибудь другую критику, к примеру. Говорите критику, мне обязательно критика мне нужна. Обязательно все это должны вы говорить. Ребят, я вообще не знаю. Вы ставите лайки и дизлайки. Я не знаю, то нравится вам, то ли нет. Я честно не знаю. То тогда пишите, пишите обязательно, все пишите. Пишите все. Обязательно. Пишите. Да-да-да, я с Эрикой полностью согласна. Пишите обязательно все. Ну а теперь давайте же переступим к Фортуне, самой главной части нашего видео. Агась, к Фортуне. Просто спасибо никому не нужно. Вот Фортуна, это то, что надо. Итак, Стар Фортуна. Итак, что же вам нужно сделать, чтобы принять участие в этой Фортуне? Во-первых, вам необходимо написать в комментариях «я участвую». Или, то есть, да, я участвую, но чуть по-другому. Вы должны написать вместо слова «я участвую» написать слово «стар» и звездочку какую-нибудь. Написать просто слово «стар». И сколько нас таких наберется, то есть «стар». Но это же еще не все. Ой, правда ведь, Кэтрин? Конечно же, не все. Вы должны еще снять мне видео одноминутное, не больше, то есть с 30 секунд до минуты. То есть не больше, чтобы не отнимать ваше время. Вы должны в этом видео, то есть рассказать, то есть пожелания мне в моих дальнейших начинаниях, то есть дальнейших, да, в дальнейшем моем успехе, то есть... Так. Или просто в этом видео вы также можете уложить критику, пожелания, замечания и так далее. В общем, вот так вот. Это видео от 30 секунд до 60 секунд. То есть, вот так вот. Не 5 минут, а 1 минута. Думаю, вы сможете вложить в это видео там что-нибудь, критику там и тому подобное. В названии укажите... На Стар Фортуну канала Стар Кэт, не LPS на Оки Бьюти, а Стар Кэт. На Стар Фортуну Стар Кэт. На Стар Фортуну канала Стар Кэт. И больше ничего не надо. Все. Видео должно быть любое, абсолютно любое. То есть, да. Любое абсолютно видео, неважно какого оно будет, монтажа, качества, звука.
там место съемки, декорации, там неважно, главное только суть видео. И все, можете добавить немножко музычки, это там как кто как. Неважно, какое будет видео, плохое, хорошее, качественное, некачественное, с декорациями, без декораций, неважно. Главное лишь только суть видео, а больше мне ничего не нужно от вас. Суть видео, пожелание, критика и то, что там вы захотите внести туда. А также все, это все только... Все остальное не важно, только важна суть. Мне другое не надо, только суть важна. Вот, и вот так вот фортуна, вот это вот, вот что вам нужно сделать, это ведь немножко. Также, я зайду на ваш канал и посмотрю ваше видео. У вас есть время до 21 февраля. На 21 февраля, то есть 22 февраля уже будут подведены итоги фортуны. У нас будет всего два места, так как это стар фортуна, а стар фортуна это необычная фортуна, то есть стар мы необычный канал, поэтому у нас все необычное. То есть у нас будет только два места. Это правда, у нас будет только два места. Одно место, то есть второе место, один человек. Первое место тоже один человек. Давайте же поговорим теперь про призы фортуны. Человек со вторым местом получит вот такой вот приз. Подписка с двух аккаунтов, то есть двух каналов моих. То есть, да, подписка. Это получит и первое, и второе место, то есть одинаково. Второе место получит еще две сигны. Две сигны с любыми пэтами, которые только вам понравятся. С любыми моими пэтами сигны. Две любых сигны, это получит второе место. То есть второе место подписка и две сигны. А первое место будет самый крутой приз. Это будет самый офигенный приз. Я вам видео, то есть вы мне видео, и я вам тоже видео. То есть, да, я вам, то есть я сниму первому месту победителю клип, музыкальный видеоклип. С любыми пэтами, которые только вы мне скажете. С любыми моими пэтами, которые вы мне только скажете. То есть с любым пэтом. Любая на ваш выбор мелодия. И любой на ваш выбор пэт. Вот музыкальный клип. То есть все зависит только от вас. Там, если я сниму вам видеоклип, то есть в этот же, после подведения итогов. Так, я оставлю мою страничку ВКонтакте там на подведение итогов. В общем, вот так вот. И вы мне потом отпишитесь в ВК, какую вам мелодию, пэта, и там обговорим уже все. Да. Ну вот, в общем, вот такие вот призы. Надеюсь, вы поняли. Первое место, еще раз призы говорю. Подписка с двух аккаунтов и музыкальный видеоклип. Второе место, подписка с двух каналов и две сигны. Вот такие вот у меня призы. Необычные старпризы. Да. Вот такая вот у нас будет фортунка. У вас будет несколько дней, но я не стала делать недели, там участников будет мало, поэтому я решила вот так вот сделать. Ну как мало, 5-7 будет точно. Да, то есть 5, не знаю, короче, я не знаю. Ладно, ребята, вот такая вот фортуна у нас. Ладно, ребята, спасибо вам большое за просмотр, спасибо за 20 подписчиков. И надеюсь, что вы уделите мне время, потому что у меня видео все такие. Вообще, много вообще информации, много вообще времени. Надеюсь, вы уделите мне время. И всем пока, всем спасибо за просмотр, я вас всех очень сильно люблю. И спасибо за 20 подписчиков, я вас всех люблю. Спасибо, ребята. За 20 подписчиков, да. И надеюсь, вы поучаствуете в моей фортуне. Спасибо вам за просмотр. Всем спасибо, всем пока. Кавай, добра, молока. И ставьте лайки. Короче, все, спасибо, всем пока.